Традиционно едем мы за пределы МКАДа, чтобы понять, есть ли за МКАДом жизнь, хотят ли люди оттуда уехать в Москву и что они там вообще делают. Как понятно, еду я со скептическим настроением, хотя после 9 городов скепсис у меня уменьшился. Ну, конечно, минеральные воды для любого советского школьника ассоциируются с советским времяпровождением. Санатории такие кондовые, нарзан или другая любая минеральная вода сложного вкуса. Некое путешествие в Советский Союз. Ну, стереотип стандартный. Я ожидал, что наконец я попаду в рай, где нет никакого ЗОЖа, никто об этом не думает, никакого полезного питания, никаких марафонов, а исключительно шашлык, вино и хачапури. Шашлык, вино, хачапури утром, днем и вечером. Потому что в Москве мне, к сожалению, такого уже никто не разрешает. Всем этим аппаратам 120 лет исполнилось 4 июля в этом году. Они прожили дольше, чем те, кто на них сидели, да? Да. Я правильно сажусь? Да, правильно, Александр. Так, что будем делать дальше? Вот так? Разработка плечевого сустава. Разводите руки и сводите руки. Лучше разводить людей, чем руки, мне кажется. Это как скажете. Чинить-то часто приходится? Нет, не ломается. Ну, ломается. А тут же везде, видите, чугунное литье. Ага. Срок гарантии у них был 500 лет. 500 лет? Да. Реально гарантия. Но это нам рассказывают старые экскурсоводы, ага. И передаем из уст в уста. Ну, а здесь, Александр, вы можете растянуть свой позвоночник. Да, и не вот, только свой. Висите, да, ну не только свой, можно, но и чей-то еще, да. Висите, сколько выдерживают ваши руки? Вытянулось. То, что нужно, и то, что не нужно. Относительно бизнес-стереотипов, то, наверное, стандартное в небольших городах. Тебе кажется, что никто не работает в долгую. Сейчас сделать, сейчас заработать, как там дальше будет, непонятно. И отдельный такой ситуативный феномен наш российский – это сыроварни. Куда ни приедешь, везде все варят сыр. Александр, поднимаем рукой груз, да. Повыше, да, разрабатываем пальчики, кисть. Это Густав Цандер, наверное, изобрел для тех, кто за компьютером сидел, да? Да. В 1902 году. Ну, Лучше еще учитывая, что тут война была, и были немцы в Ессентуках, нашим сотрудникам пришлось спасать эти тренажеры. Ага. Это тоже была интересная история. Вы не знаете про немцев? Нет, что, немцы даже это хотели забрать? Да. Спас их наш сотрудник, один единственный человек, Жирноклеев Евдоким Моисеевич. Угу. Этот человек пришел сюда со дня открытия 14-летним подростком. Угу. И проработал здесь до глубокой старости. И как? Вот во время войны ему одному пришлось разобрать все аппараты, скинуть их в груду металла. Ну, пришлось закидать всякими ржавыми железками, тряпками, мешками. И немцы не увидели в этой груди металла ничего ценного и интересного. Аппараты они не тронули. Через полгода немцы выгоняют наши войска, это уже январь 43-го. Ага. И опять же Евдоким Моисеевич Жирноклеев все опять расставляет. Наладил, и все собирает. Все собирает, и сюда даже наши раненые ходят как в центр реабилитации. Ездил по агломерации, потому что здесь все близко. Понятно, что заехал в этот национальный парк, канатная дорога. Ну и мне рассказали, что здесь проходят марафоны. Вот я подумал, нет, ну что, я проклят, что ли, опять марафоны? С учетом того, что я терпеть не могу бегать. Ну пришлось встретиться с бегуном. Динамо бежит. Добро пожаловать на моды. Приветствую. Красиво. Привет. Тут у тебя. Красиво прям. Катайся, катайся.
Во-первых, не поверишь, я бегун. Крутой? Ну как, я занимался 8 лет, я ненавижу бег с тех пор, потому что я хотел заниматься футболом. Футбол меня не взяли, взяли в легкую атлетику. Поэтому ты для меня олицетворяешь все самое страшное, что может только произойти с человеком, это бег. Я тебе по секрету скажу, я, наверное, знаю очень мало людей, кто любит бег. Так. Все мои единомышленники, кто бегает, кто участвует в наших мероприятиях, также не любят бег. Не любят? Не любят бег, да. Ты меня успокоил. Но любят ту атмосферу, которая творится на этих спортивных событиях. Ты же сюда приехал, да, насколько я понимаю? Да, в 2010 году я принял такое радикальное решение переехать из Москвы на Кавказские минеральные воды. Скажи, от кого ты сбежал? Потому что вот поверить, то, что ты так просто посидел и сказал, приеду-ка я сюда, в минеральные воды. Кто тебя ищет, скажи мне? Слушай, было наоборот. Я бежал за хорошей, красивой, вкусной жизнью, так скажем, и выбрал именно это место. Сегодня мы с тобой в Кисловодском парке. Это, да, пожалуй, одно из самых красивых мест на Кавказских минеральных водах. Это крупнейший рукотворный парк в мире. Да это что? И место, где проводится наше самое крупное событие – Кисловодский международный марафон. Это, да, самый красивый, так, но самый сложный марафон в России. Ага. Поэтому нужно учитывать рельеф, ландшафт этого парка. И, собственно, участники приезжают для того, чтобы, угу, так, испытать себя на, ну, может, силу и прочность. До 2000 человек съезжается. Ого. Да. Это вторые выходные октября, так, каждый год. Дорогие друзья, вторые выходные октября, бросаем все, бежим в Кабминводы, да, на Кисловодский марафон. Можно начинать прямо из Москвы, бежать уже сегодня. А скажи, сложно было всех заставить здесь бежать? Потому что, ну, бег — это такая московская тема, там все на этом повернуты, и потом все любят марафон в Европе. Вот ты сюда приезжаешь, а здесь тебе говорят, куда бежать, ты вообще нормальный? Слушай, с точки зрения вообще бегового движения, конечно, было очень сложно. Было сложно представить в 2017 году, что, представляешь, люди приезжают на Кавказ бегать, да, в лосинах, да, и так далее. Как бы это такая несовместимая история. Несовместимая, можно и огрести, да? Да, конечно же. И, естественно, таким было противоречием. Но мы попробовали, и нас поддержало, наверное, вся Россия. Гости со всей страны, которые приехали, увидели Кавминводы, угу, сказали, раньше мы бегали реально в Испанию, в Италию, а тут, а, есть такая маленькая Швейцария в самой России, куда, а, можно приезжать на выходные, бегать, заниматься спортом и еще попутно смотреть достопримечательности, вкусно кушать, отдыхать. Один из бенефициаров этого проекта, муниципалитета, конечно же, тоже в этом во всем участвует. Они максимально содействуют, угу, и получают тех самых туристов и развитость спорта в нашем регионе. Что-то поднабрали слово «бенефициар» тут, ну, у них все, да. Все-таки, все-таки не провинция. Не провинция, не провинция, все-таки, да, не провинция. Да-да-да. А ты можешь вообще объяснить, почему вдруг все побежали? Все вот как не в себя теперь бегают, плавают. Все решили долго жить вдруг? Скажу, что пандемия сильно это повлияла. То есть я на это рассчитывал, если честно. Mm-hmm. Думал, что все переболели, mm-hmm, осознали ценность жизни. Сейчас все ринутся в спорт, в любительский, начнут прокачивать себя. Я думаю, что мода сыграла большую роль в этом, конечно же. Маркетинг, опять же, там красивая одежда, мне понимаешь, вот медалечки, фотографии. Соцсети, красивые люди, соцсети, контент. Контент. Скажи, пожалуйста, ты столкнулся вот с проблемой, опять же, это у нас стереотип есть столичный, что ЗОЖ и вообще спорт, и все это исключительно тема столичная, а здесь у всех шашлыки, кутабы и здоровый образ жизни, это ругательство. Ну, нет, не совсем так. Просто есть специфика региона, в котором один спорт развит чуть больше, чем другой. Ну, например, мы понимаем, что Кавказ — это про единоборство, да, про какие-то контактные виды, угу, спорта и так далее. И как ты здесь с бегом разобрался? Опять же, мы подходим к этому вопросу не через того, что давайте бегать. Мы говорим про то, что это любительский спорт, это классное времяпрепровождение. То есть мы конкурируем не с другими видами спорта, мы конкурируем с театром, с концертом, с чтениями, понимаешь? Вот, ты решил сбросить меня с пьедестала.
стало. Слушай, на самом деле, это прям-то отличная вещь сказала, я даже никогда не задумался, что бег, вот в том смысле, в котором ты им занимаешься, это конкуренция не с не борьбой, это конкуренция досуг. С театром. Досуг. Ты же из Москвы? Да. Я работал в федеральной компании «Эко». Обувная, руководил открытием новых магазинов. Вот ты весь такой козырный, замечательный. Как можно было в здравом уме, будучи корпоративным крупным начальником, взять и уехать в Кавказские минеральные воды? Первое — это понимание, что карабкаться нужно будет, будет тяжелее, чем другим, так скажем, тем, кто имеет определенные связи, знакомства там, и так далее. Ну а второй момент — это мысль, которая мне когда-то понравилась, до сих пор она у меня стоит: лучше быть королем в говне, чем говном в королевстве. Нет, я, кстати, сказал Цезарь немножко в другом формате. Лучше быть первым в гальской деревушке, чем в последнее время. Ну, а потом ее интерпретировали под... под русские реалии. Да, под русские реалии, все правильно. А Россия — страна, в которой все и всегда будет решаться через связи и социальные возможности. Соответственно, действительно, это имеет ключевое значение, кого ты знаешь, кто тебя знает и как к тебе относится. Представляешь, перекрыть город в Москве, какие нужны возможности связи, и перекрыть город здесь. Или чтобы тебе разрешили в главном парке марафон проводить. Россия, мы такая, мы, слава богу, знаем, что мы такая. Да, это в ряде случаев нас спасает. Ну, а Кавминводы — это, ну, жемчужина, конечно же. Представляешь, ты 2 часа на любом транспорте, машина, такси, еще что-нибудь, ты попадаешь в очередное новое ущелье, в очередные красоты. Человек, чтобы увидеть Эльбрус, планирует целый год отпуск, собирает вещи, экипировка. А я, ну да, вот примерно так это выглядит. Тем летом я гуляю с дочкой по Пятигорску, звонит мне товарищ, говорит: слушай, сегодня лучшая погода в сезоне, чтобы сходить на вершину Эльбруса. Говорит, поедешь? Говорит, я уже выехал, типа, догоняй. Я отвожу дочку, беру вот все вещи, что у меня есть, в машину кидаю и мчусь. Рассвет я встречал на вершине Эльбруса. Чуть-чуть побудем стандартным российским YouTube-каналом. Чего плохого есть? Что плохого? Хотелось бы, чтобы был высший сервис. Сегодня мы здравница номер один, конечно же. Мы принимаем тысячи людей со всей России, которые приезжают оздоравливаться со всей страны к нам, конечно же. И когда они приезжают сюда, хотелось бы, чтобы сервис за эти деньги, мы говорим про соотношение цены-качества, был бы соответствующий. Что еще хотелось бы в регионе иметь? Культурную жизнь, конечно же. То есть мы понимаем, что сегодня в России просадка по этому направлению, как бы, и если хочется чего-то интересного, то я должен сесть на самолет и улететь в Москву. Спасибо большое, очень было интересно. Может быть, я сюда приеду, побегаю, но, скорее всего, просто похожу. Не, давай, не может, а ты приедешь, побегаешь. Специально для тебя у нас есть в каждом мероприятии дистанция скандинавской ходьбы. Так что берешь палочки. Это мое, и рассказывай, читать надо. Ваша культурная программа тут у вас слабенькая, я приеду с рассказами. Есть свои минусы. Думаю, что в целом они инфраструктурные. Все-таки это не Казань, это не Красноярск. Есть огромное количество плюсов. Это и время сэкономленное, и природа фантастическая, и климат, и возможность за короткий промежуток времени доехать до разных интересных мест. Ну, Миш мне пожелал вкусного отдыха, и он стремительно наступил, когда мы попали в сыроварню. У меня точно дежавю, если ты видела наши программы. Ты не первый сыровар в нашей программе. Да, видела. Итальянский наш герой, у него просто выхода не было. Он приехал из Италии в Владивосток, ничего другого, кроме кухни, не умел, и вот стал сыроваром. У тебя, так понимаю, история другая. У тебя все в жизни было, ты вообще могла ничего не делать. Можно сказать, от какой такой безысходности женщина, у которой все есть, становится сыроваром? На самом деле это просто влюбленность. Произошла влюбленность в Италии, в...
сыроварню местную. Так. Это была буррата. Она была просто восхитительная. Я пыталась, пробовала сделать какой-то сыр самостоятельно после первого посещения итальянской сыроварни. 4 года мы учились. За 4 года мы вылили и выкинули очень много молока и сыра. Много, да? Очень много, да. Слушай, если я правильно понимаю, у тебя 3 детей? Да. А не было ситуации, когда муж, который, наверное, сначала на все это смотрел, как на какое-то баловство, потом сказал, слушай, а ты не можешь дома сыр готовить нам на троих, а вот этим всем не заниматься в таком объеме, потому что я вечно дома нет? Он меня выгнал из дома. Все начиналось дома. Квартира, кухня потихоньку превратилась в цех молочный. У меня стояла сыроварня. Я целыми днями и ночами все это делала. Потом ночью ставила будильник, ходила, переворачивала сыры. В общем, это было очень занимательно. Так. А потом одну из комнат, его кабинет, я переоборудовала в сырное хранилище. Я вынесла оттуда диваны, поставила столы. Я еще удивлен, что ты до сих пор замужем. Так. У меня очень хороший супруг просто. Так. После этого, когда к нам стали приходить гости, я говорю, слушайте, у вас тут пахнет чем-то, вот какой-то запах непонятный. Он мне говорит, все, либо ты сейчас закругляешься со своими изобретениями, либо же куда-то съезжай. Вообще целиком или только сыры должны Нет, съехать? Нет, сыром. А. Сыры. Сыры. Нашла себе небольшой домик у наших друзей. Этот домик переоборудовала. Когда уже стали сыры у нас получаться, это был, наверное, уже год 16-17 примерно, супруг понял, что сложно будет меня переубедить, что все уже что я... Что заболела-то уже... окончательно. Да. Мы начали вот тут стройку. У нас была земля вот здесь. Ага. Мы когда-то планировали построить здесь дом. Но потом получилось, что все-таки давайте построим здесь сыроварню. То есть, смотри, ты отобрала у мужа кабинет, потом у друга что-то еще, потом муж мечтал о доме загородном, у него теперь его нет, здесь есть ресторан, твоя сыроварня. То есть ты вот так расползаешься, как вирус, ты захватываешься своим сыром. Ты прибыльна? Ну, нет. Ну, на самом деле нет. Мы сейчас перерабатываем 600 литров молока в день. Для того, чтобы это было вот прям выгодное, чтобы ты хотя бы чувствовал, да, вот эти деньги, нужно перерабатывать хотя бы тонну молока. Для того, чтобы изготовить вот прям по-настоящему классный сыр, который будет отвечать всем даже европейским требованиям, для этого у нас есть своя лаборатория, в которой мы проверяем. Своя, да? При приемке мы обязательно проверяем на группу чистоты молока, физико-химические показатели все и, конечно же, на наличие антибиотика. То есть, если в молоке присутствует антибиотик, из этого сыр качественный не получится. Она работает в долгую, она инвестирует время в качество, у нее там какая-то своя лаборатория еще. Хотя предполагаю, что люди, которые здесь покупают этот сыр, они, может быть, и не стали бы требовать такой лаборатории, не такой уровень притязаний. Когда у человека есть внутренний запас энергии большой, он рано или поздно заставит эту машинку двигаться. У тебя хоть раз твои сыры пробовал, хоть один итальянец или хоть один иностранец? Конечно, конечно. Мы участвуем в конкурсах. 2020 года мы участвовали в конкурсе «Лучший сыр России» на сыр Пермире у Олега Сироты. Сыр Пермир? Да. Название огонь. И там как раз-таки были в жюри, был итальянец, которому очень понравились наши сыры. И мы даже привезли тогда одно серебро и одну бронзу. А в этом году уже 2 золота и 2 серебра. Здесь мы видим, это все выдержанные сыры, у которых выдержка, ну, кроме скоморца, выдержка от полугода и старше. Слушай, ну ты вообще просто в раю живешь. Да, только чтобы этот рай организовать, пришлось, конечно, очень много сил и средств сюда вложить. Да? Пришлось продать машину, квартиру, все положить сюда. Я был уверен, что у тебя такая, знаешь, это золотоклеточная судьба, что нет, тебе просто... То есть ты продала квартиру и машину, чтобы вот это сделать? И не только, еще и в кредиты влезли. Ну, у тебя есть бизнес-план, согласно которому ты отдашь их? Пока нет, потому что я хочу расширяться. Я хочу еще один цех. Вот транжиры, конечно. Слушай, а как ты думаешь, почему в целом все так с ума сошли по сырам? У нас практически в каждом городе сейчас есть свои сыроварни. Это уже ничего нет. Этой культуры не было у нас вообще. Санкции? Санкции. В первую очередь это санкции. Угу. И, конечно же, это такой, наверное, модный тренд. Ну, а ты сравнивал наши сыроварни с итальянскими? Они сильно отличаются? Нет. Не сильно, да? И у наших сейчас получается все очень-очень прекрасно. Я думаю, что в скором будущем будет еще круче, чем в европейских. Пойдем вовнутрь, оденем халаты
и пойдем что-нибудь вместе приготовим. Ну, мне дали чуть-чуть поготовить, к счастью, не так много. Я нарезал помидоры, это масштабное было событие в моей кулинарной жизни. Это салат с некой основой для пиццы, наверное. Дальше песто с помидорами, что-то еще, и сыр. Самое главное — сыр, в конце концов. Можно было просто сыр дать, не мучить никого. Почему столько сыроварен? Вопрос хороший. До сих пор не получил ответа. Потому что это трудоемкое, финансово емкое и технологично емкое производство. Но с одной стороны, в России всегда была про еду. Второе, у нас очень популярна итальянская кухня. Несмотря на то, что далеко не все были в Италии, а в сегодняшних реальностях, я думаю, не скоро и все и побывают. И флер, ты сыровар. Звучит же хорошо, сыроварня. Прям сразу хочется есть. Ну и за всем этим роскошеством с сырами, марафонами и всем остальным, как в какой-то момент забылось то, что здесь есть местное население, не в смысле национальности, а которые здесь живут постоянно, занимаются собственной культурой, и вот так мы познакомились с Янисом. Я, конечно, в восторге от твоих детей. Как ты пришел в танцы? Ты занимался в детстве, ты был профессиональным танцором. Расскажи свою историю. Я это называю несознательно, меня водили. Так. Угу. Но сам пришел уже в молодости, в ранней молодости. Угу. И начал заниматься. Это был мой осознанный тяга, любовь, искренняя любовь вот к этому делу. А ты здесь что делаешь? Я Диана, я воспитанница Яниса. Пришла на танцы в 12 лет, и хобби превратилось в профессию, так скажем. Ты уже прекрасный дипломированный специалист. Ты педагог? Да, педагог. А кто ты по национальности? Я грек. Ты грек? Да. Прекрасно. Тогда почему мы не сертаки танцуем? Танцуем сертаки. Прекрасно. Подай, танцуем. Так, минутку, мне стало уже интереснее. А как грек здесь оказался? Ну, у нас такая страна большая была, Советский Союз. Так. Да. И в Грузии большая была диаспора греков. Она сейчас, конечно, разъехалась, и большая часть в России здесь. И с большой любовью относимся ко всем народам и традициям нашего Кавказа, нашей страны. То есть ты, грек, объединил в своем ансамбле танцы разные абсолютно разных народов Кавказа, правильно я понимаю? Да. У тебя не какая-то одна линия? Да, именно дружба народов. Получается, это 90-е годы, да? Ты молодой, кавказский, хоть и кавказский грек, южный, да. Но все равно, и тут танцы. Ну, понятно, что есть традиции на свадьбу танцевать, но в целом мне казалось, что вы все про борьбу, про какие-то силовые виды спорта и так далее. Как тебя занесло в это? Никогда не забуду фразу, она была сказана матерью. Как раз это были 90-е годы. Угу. Тяжелые времена были, и пробиваться в жизни, все мы знаем, что должны были связи. Оторванные коммуникации, переезд, эмиграция. Ну, как эмиграция? Ты никого не знаешь. Да. И мама мне сказала, в народном танце, в национальном, неважно, в народном танце что важно? Кто ты есть. Угу. Никакие у тебя связи, да, статус. Нет, именно кто ты в танце, ты это и показываешь. И это ценится. Ну, ты помнишь, когда ты пришла в школу, зачем,
родители заставили, сама захотела. Все-таки вместо того, чтобы идти на дискотеку танцевать хип-хоп, ты приходишь здесь, вот, традиционный танец, которому 500 лет. Да, я очень помню это. Помню, шла со школы, я из Минеральных Вод, на остановке увидела афишу, и мы побежали с подружками. У нас еще в школах как танцуют на дискотеках лезгинки часто. Конечно, хотелось тоже, да, приобщиться. А вот в чем дело. То есть здесь это является частью современной культуры танца в обычных дискотеках и так далее. Конечно, конечно. Я думаю, что у нашей молодежи и у подростков оторванность от своей национальной культуры, вот, от своего региона, национальной республики, приводит их к нам, что они хотят еще больше приобщиться к своим. Осетин. Осетия рядом совсем. Uh-huh. Сел буквально, и все красоты можно наблюдать. Но он живет здесь, но хочет знать свою культуру, uh-huh. свои танцы. И мы ему это даем. А русские у вас есть, на самом деле? Конечно. Есть. И русские, и корейцы, и греки, армяне. Uh-huh. Интернациональный состав. Скажи, я когда посмотрел, послушал точнее, а сейчас мы танцуем чеченский танец, а сейчас грузинский, они музыкально очень все похожи. Разница нет, лезгинка или лезгинка, да. Более того, по движениям я тоже сказал бы, что они как-то более-менее похожи. Как вы их все различаете? Кардинальная разница. Да? Кардинальная. Причем, сделав неловкое движение, можно не то что в неловкую ситуацию, можно на такой конфликт нарваться. Да ты что? Да, на той же свадьбе, на той же дискотеке. Взять, например, чеченский танец. Там ни в коем случае, там даже в колено не садится мужчина. В аджарском или там в грузинском, там пируэт сесть в колено, и чтобы девушка вокруг колена обошла, это наоборот поощряется. А в чеченской традиции, ты что, на колено сел перед девушкой, это не то. То есть, это не говорит, что те плохие или эти хорошие. Ну, разные традиции. Традиции, да, они это веками вырабатывались, эти традиции. В танце заложены нормы поведения, этикет. То есть, когда родитель приводит маленького ребенка к нам, он говорит, я не хочу, чтобы он был супертанцором. Чтобы он знал то, о чем мы говорили, этикет. Как относиться к девушке, как к старшему. Ну, там это все выработано годами и передано нам нашими предками через танец. Что меня удивило, это большое количество парней, потому что у меня, у моей подруги в Москве балетная школа, и говорит, что очень сложно найти мальчиков, потому что как-то это считается странным, зачем идти в балет, уж тем более в народные танцы, надо идти в футбол, или в борьбу, или в шахматы, куда угодно, но только не в танцы. Здесь, я так понимаю, проблемы это нет. Не стесняются мальчики танцевать, правильно? Как они будут стесняться, когда, например, горский танец, да, они могут свою мужественность перед девочками показать, выйти из себя, вот именно свое мужское качество, они могут, вот, кто он есть, я такой, он вот это может выйти и показать, и мы даем им эту возможность, на глазах расцветают. Скажи, ты, будучи греком, никогда не ощущался здесь чужим? Вот ты начинаешь с кем-то общаться, там, дагестанцы спрашивают, ты кто грек? Я такой, а ну ты не наш, грузинцы, ты не наш, чечены, ты не наш. А ты вот какое-то такое редкое очень явление здесь. Ни в коем случае. Во-первых, в традиции у греков заложена благодарность. Греки ж по всему миру странствуют. Благодарное отношение к культуре, от которой они что-то приобретают. Моя мама говорит, если ты скажешь хоть одно слово на языке человека, да, на его языке, другой нации, ты станешь ему ближе. Но если ты станцуешь на его, его танец, ты станешь для него уже родственник. А кто ты по национальности, кстати? Гречанка. Тоже гречанка? Да. Да у вас тут просто как древняя Греция какая-то. Да, здесь. Но... Да, есть. Мне тогда не удивлено, что вы станцевались. А в целом, как уживается на таком небольшом участке земли столько национальностей? Сейчас гораздо проще. Вот эти 90-е годы были очень... Очень большие стычки среди молодежи даже. Но сейчас такого нету. По нашему коллективу, скажу так,
люди и свое изучают, и с большим интересом культуру соседнего народа. У нас азербайджанский берет гран-при, азербайджанский девичий танец. Ага. Половина армянки танцует, и наоборот, кочари, азербайджанки танцуют. А сейчас какие проблемы, какие конфликты? Но да. Молодежь... Слушай, это вообще это удивительно, то есть у вас может азербайджанцы танцевать армянский танец и наоборот. Да. Фантастика. Толерантность, вот межнациональная она должна быть, то есть уважительное, дружеское отношение. Mm-hmm. И этому надо учить детей. А если мы их будем учить настраивать друг против друга, они будут воевать друг с другом после нас всю жизнь. Впечатлило больше всего, конечно, вот эта настоящая дружба народов. Не название ансамбля, а то, что я совершенно не понимал, насколько объединяющим может быть этот фактор совместного изучения культуры, когда, особенно сейчас, в период горячего практически конфликта Армении и Азербайджана, вдруг ты выясняешь, что здесь армяне танцуют азербайджанские танцы и наоборот. Это настолько впечатляет, настолько понимаешь, как мы можем детей перепрограммировать с конфликта на мир. И второй момент — это мужественность танца, потому что действительно в Москве, наверное, если узнают, что мальчик пошел на танцы, это будет у родителей вызывать вопросы какие-то. А тут меня убедили и на картинках, на живых, что да, ты в танце можешь проявить себя как мужчина, свое достоинство, честь. Конечно, было предубеждение, повторюсь, что здесь Советский Союз в его, может быть, таком благостном, но ретро-варианте. Оказалось, нет. Мне сказали, что тут современные очень гостиницы. Тут цены такие, что в ряде случаев задумаешься, ничего себе, вот это да. Модные рестораны есть. И, конечно, как ты забываешь за всем, за всей этой суетой, какая-то космическая природа. Мы зимой были, я представляю, что здесь весной и летом. Думаю, что одно из преимуществ сегодняшней ситуации, что внутренний туризм, этот регион очень сильно разовьет там за год, за два. Мне кажется, ренессанс у этого будет курорта. Саша, какой у нас город по счету? Город у нас по счету. Для этого есть достаточное количество специально обученных сотрудников нашей команде, которые задача их считать города по счету. Но я думаю, что у нас сегодня, наверное, десятый. Десятый. Юбилейный. Ой. Ой. Вас поздравляем с десятым юбилейным выпуском. Ничего себе. Ой. Долгих лет жизни вашей передачи. Ну, вслух, чтобы потом мы сняли 25 еще других городов. Вот, и было что снимать.